Меня зовут Настя. Меня зовут Софья. Мы приехали из Березняков, и мы скрипачки. Ну, мы выбрали этот инструмент, потому что, ну, он очень красивый, ну, и интересно. Ну, в дуэте играть немного спокойнее, потому что ты знаешь, что у тебя есть друг рядом, и ты можешь на него положиться. Мы познакомились благодаря музыке. Но у нас нет такого, что кто-то главный, а кто-то не главный. То есть мы стараемся как бы быть наравне и слушаем друг друга вместе. Ну, для меня сейчас музыка – это часть жизни, и я собираюсь связать с музыкой свою жизнь. И я думаю, что у Сони все то же самое, и без музыки мы не сможем прожить. Поддерживаю. Мы настолько дружны, что даже решили поступать в один вуз, назовем это так, и, в общем, в Екатеринбург. И в дальнейшем я планирую закончить консерваторию тоже в Екатеринбурге. А ты поддержишь? Мы всем участникам желаем удачи, не волноваться, ну, выдать все, что можете. А себе мы пожелаем победы и также удачи. И главное – повеселиться.